взять день. Дети не кормят, за квартиру не заплачут, машина не куплена, одежда изношена, жена не выгорена. У тебя нет жены. Боже, у меня даже нет денег на жену. Сестра палец порезала, пластырь не за что купить. Не печалься, Сувабуки, я помогу тебе. Ты подаришь мне пластырь? Нет, я из общества «Помоги нищеброду». Ты типа моя крестная фея? Нет, я бог нищеты и невезения. Но, судя по твоему образу жизни, я твой ангел-хранитель. Что, ты не приходила ко мне раньше? А зачем? Ты и без меня прекрасно голодал. И вообще, ты хочешь заработать денег? Конечно, хочу. Но деньги в жизни не главное. Главное – богатство внутри тебя. Угу. Почка, например. Ты хочешь забрать мою почку? Зачем мне три почки? Мне и так хорошо. Ближе к делу. Я хочу предложить тебе сделку. Ты должен будешь поцеловать Итихосаку, а я дам тебе 100 000 йен за это. 100 000? Ну да. Купишь себе ромовый пластырь и жену. Мне всего 16. Тогда я побежал целовать. А по-взрослому или в щечку? В самые десны, чтоб зубы пропадали. Возьми вот это. Примочь, которую не щипит, поцелуй тебя, накрасьте губы и высосите удачу с поцелуем. Теперь как вас будет? Красить губы. Помада у меня. Да, но это уже совсем другая история.